Невероятная и зрелищная техника, сумасшедшие удары и тяжелые брутальные нокауты. Слава Муслима Салихова очень быстро вышла за пределы Китая, где он в эпичных боях с родоначальниками восточных единоборств завоевал титул короля кунг-фу. Он провел несколько крутых боев в AJ1 Challenge. А сейчас Муслим успешно выступает в октагоне UFC. Между двумя этими организациями в карьере Салихова был период, когда он вернулся в Поднебесную и провел там ряд запоминающихся поединков. Сегодня мы с вами посмотрим бой с турнира Kunlun Fight, который прошел в октябре 2016 года. Противостоял Муслиму опытнейший бразилец Айван Жорже по прозвищу Бэтмен, шедший на тот момент с впечатляющим рекордом 27 побед и 7 поражений. Российским зрителям он был хорошо знаком по выступлениям на турнирах M1 Challenge и Fight Nights, а также имел за плечами несколько боев и в UFC. Дорогие друзья, с тех пор, как мы перезапустили наш канал, на нем опубликованы сотни видео с крутыми и зрелищными боями как с турниров M1 Global, так и других организаций. И мы рады, что они пользуются у вас большой популярностью. Новые видео выходят несколько раз в неделю. И чтобы не пропустить очередной шедевр из мира единоборств, настоятельно просим вас подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ведь согласно статистике, 9 из 10 зрителей смотрят нас, увы, без подписки. А если же уже подписаны, то обязательно прожимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Заранее благодарны всем нашим уважаемым зрителям и желаем вам приятного просмотра.本期我也会来我直播间两点钟，我们聊一聊吧。世界冠军大名鼎鼎的，是的，没有错，这是现场直播。沙皇，吴新年穆格鲁林啊，唯一斯坦的林肯大人巴亚斯，卡洛克夫，皮克尼，千票米拉，达内戈斯巴拉，达布鲁布扎尔维斯，穆斯，沙利霍，我也觉得是亿万会赢。现在流浪者的一个鼓掌。红方选手今年，流浪者弗加爵位团，1米76，执业战绩29胜7负，当今世界最顶级的综合格斗大赛 UFC 优胜选手，综合格斗世界锦标赛重量级世界冠军。 Oh, è stato molto felice a lottare per la prima visnaccina per canto vermelho do Brasil. Benvenuto, Ivan Batman Jorge! Fighters. 观众朋友，大家好！您现在收看的是世界顶级格斗大赛之夜六，浙江义乌站的比赛现场。我猜了，昆仑决亚伟。大家好，我是赵岩。这也是一场我们非常期待的比赛啊！这场比赛我觉得这个穆斯林面临的一个问题就是，他一定要选择是战力上面去重创对手。对。 因为两个人的来头都不小啊，对，我们看到他们的背景资料就相当的强大。是，伊万霍赫伊的，他应该不是一个摔跤手出身，所以他怎么能够把穆斯林木拖到地面是一个问题。对，我们刚刚看到穆斯林木用了高牌的动作啊，是，然后赶上伊万往前冲，也是一个蹬到了裆部。对。 这场比赛的话呢是非常有看头啊！对，两个人的应该说战术意图的话非常的清楚。穆斯林木肯定是要打战力，对手必须要把他拖到地面。哦，很准，后手反击很准。其实我也是希望看看穆斯林木在这个 MMA 这个水平上，现在已经到了一个什么水平？对，尤其我想看一下他地面。哦，漂亮！战力还是穆斯林木要精准一些啊。 前手的上勾拳击中对手啊！哇，漂亮！结束了，结束了，结束了！哦，结束了，结束了！啊，又被击倒了！我们一直在说，这是直接 KO 了。杀招啊！转身后蹬，而且击中下巴，太快了！非常多快速解决的比赛。哇，这个真厉害！哇，这个比赛太漂亮了，这个动作太漂亮了。
哇，这个我真的不知道，那个谁，我猜错了，应该说刚刚开始，对呀，刚刚开始，因为他打了只有八场，就第九场比赛，打得厉害啊，谢谢放晴，我们六九九，我们来看，棒，正好中下巴。 正好中下巴，下巴和脖子的位置，漂亮的这个正实力啊，不用追击了。如果他在进行地面砸拳追击的话，太狠了，对自己太自信了，这一下正好我不在进行任何的追击，这就是充分的自信心展现的。这个太厉害了，这个就是实力啊。不用追击了。如果他在进行地面砸拳追击的话，太强了，一定放开了。对，眼睛已经发直了。对，半琴这位朋友，你明天你明天他这个抗击打能力真的记得来一下直播间里的这个肯定是第几了，完全完全是第一。我们看伊万的体型，主播都很短，确实抗击打要好啊。恭喜穆斯里穆阿呀，真的是太漂亮了。我想到了这个，再讲我想到的就
就是刚刚一个转身后蹬腿直接踢中了伊万的下巴 KO 结束比赛。双方选手在第一回合一分成 KO 获胜 and winner by the blue corner。我是李牧，反打沙皇，中国最强散打外敌，还是拿下了本场比赛胜利。董事长郑浩，昆仑决大赛赛事总。